исполняющий обязанности мэра города Ярославля. У нас сегодня прощенное воскресенье, поэтому я хочу у вас у всех попросить прощения. Вы, конечно, узнали наших доблестных гвардейцев! Как зовут тебя, богатырь? Богатырь Роман. Снимаешь ее на плечо. Начали! Раз, два, девять с половиной. Ну, готов десятый сделать. Правильно, похлопайте, Роман. Зачем напрягаться? Все хорошо.